неизменная вечность. Вершить будущее невозможно, если ты не меняешь настоящее и не оглядываешься в прошлое. Мы верим в мир, любовь и искусство. Владея словом нашего наследия, мы создаем новые крови вечного. Сегодня мы говорим рифмой великого русского поэта. 125 лет со дня рождения сердца русской поэзии. Фестиваль Давида Арзманского представляет «Время вечности. Время Есенина». На нашей сцене ведущий вечера, актер Московского театра поэтов Роман Сорокин. Все явилось, как
спасение. Беспокойного поклёте. Я давно мог рай оставить, где цветут луга и чаще, в городской только славы. Я так хотел прожить пропащу. Дорогая, сядь меня, поведи глаза друг другу. Я хочу по коротким взглядам служить чувственную югу. Дорогая, сядь меня, поведи глаза друг другу. Я так хочу по коротким взглядам слушать, слушать, слушать. Слушать, слушать, слушать. Слушать, слушать. Thank you.
что благодаря этому треку, который мы написали, вы сегодня это сможете почувствовать. Потому что в это нелегкое время нам всем необходима любовь, вдохновение, хорошее настроение. Присоединяйтесь к нам, друзья! Так полюбилась.
вечер только скачет. На другу света я уже не скачу.
забыла. Я хочу тебя спросить, как поэта... Не могу поэт-поэта.
Ну хорошо, поэт-поэта, как титул умного поэта. У нас там одинаковый титул. Скажи мне честно, ты вот, как и все поэты начинающие, в начале своего творчества, ты же подражал Есенину? Конечно. Вот. А ты можешь... Я вот только сейчас постригся, уже не подражает. Хорошо. Ты можешь прочесть самое лютое свое есенинское стихотворение? Ты напиши мне, как Сергей Есенин. Не-не, я уже не помню, память-то плохая, жарень. Ладно, хорошо, я не буду там называться. Ну, только Есенин надо читать все, понимаешь? А скажи, как ты думаешь, вот кто из последующих поэтов, которые жили на Руси, писали, творили, кто, на твой взгляд, больше всех, реинкарнации Есенина? Вот я не знаю, ребята знают, или нет, было хорошо, если бы знали, есть потрясающий, потрясающий абсолютно русский поэт Леонид Губанов. Кто-то вы знает Губанова, ребят? Лесов. Леонид Губанов, почитайте, абсолютно, как мне кажется, продолжатель неженистой жизни Сергея Есенина. Ну и человек-образ. Спасибо тебе, Саша. А мне кажется, что темперамент принял Высоцкий, а вот простоту, да, лиричность, лимонтитность Рубцов. Рубцов мы все знаем, а вот Губанова естественно. Теперь давай послушаем, давай, уходи. На нашей сцене гости вечера. Группа «Другие». Встречайте. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Как настроение? Мы сейчас споем вам песню про... Споем вам песню про собаку. Сейчас скоро может показаться, что песня... Поздравляю вас. Песня про собаку. Слава, Лилиса!
На самом деле Сергей Александрович писал же не только стихи, он писал прозу, великолепные стихи Марии, почитайте. Также он был отчасти драматургом. И вот сейчас, на этой сцене, вот уже здесь, артист Московского театра, поэтов, актер театра и кино, автор-исполнитель Сергей Шолок. Монолог Лапуши. Сумасшедшая, бешеная кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет, тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит, забудь твою удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится, эту голову шеи щепить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветной роняла мне в рот молоко, и холодная корявая вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, истощенным веком. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. Ах, давно, знать, забыли в этой стране про отчаянного негодяя и жулика Лапушу. Смейся, человек, ваш Муристан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик. Но всегда ведь рано или поздно ли расставляет расплата капканы терний. Заковали в колодки и вырвали ноздри сынов крестьянина Тверской губернии. 10 лет, понимаешь ли ты? 10 лет то острожничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Черт из того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещика мужик все равно, что овца, что курица. Ежедневно, молясь на заре, желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Эйнсторп, как сорвавшийся лист, слетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, одному лишь тебе поверю я, там, в ковыльных просторах, ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то пройдоха, мошенник и вор, вздумал вздыбить Россию ордой грабителей. И дворянские головы сечет топор, как березовые купола лесной обители. Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож. Так он сказал. Так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в карманах зазвякает серебро, а не камни. Уж 3 ночи пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Браво! Мастер, все, вы видите. Хотите спросить одну вещь. Сергей Александрович Есенин нам не оставил видео практически. Есть одно 8-секундное видео, где он просто поворачивает голову. Ну, тоже понять, что это за человек, какая была у него пластика, органика. Но зато в большом количестве сохранились аудиозаписи, пленки. И, кстати, ты слышал, как его читали? Да, слышал. Ну, и как тебе? Ну, автор, либо мне нравится. Не все авторы могут читать свои стихи. Но говорят, такая легенда есть, это не я придумал.
что когда Сергей Александрович читал монолог Лапуши, у него трескалась кожа на руках, и выступала кровь от напряжения. Но такая не на записи смотри, что у него такой рязанский офицер и бас. Мне кажется, без рук это сделано. Ну давай, я буду! Не знаю. Спасибо тебе большое, Сереж. Спасибо. Аплодисменты. Сейчас у нас на сцене такой герой-романтик. Наш творческий вечер продолжает резидент фестиваля Паша Гудвин. Жди, Паша. Здравствуйте, Стас. Добрый вечер, друзья. Еще немножко расскажу про Сергея Александровича Есенина, пока небольшая заминка. На самом деле... Окей. Вот у меня работает. Паш, держи. Паша Гудвин! Еще раз всем добрый вечер. Друзья, я с детства очень люблю лирику Сергея Есенина. Именно за чувственность и нежность. Поэтому выбрал сделать вот такую песню. Сергей Есенин так и говорит: «Эх, 3000 женщин у меня было!»
в этом выпуске говорить. Сереж, ну не ври. Ну, 300 женщин у меня было. Сергун, ну не ври. Ну, 30-то было? Готовы, ребят? Отлично. На нашей сцене мощный материал. Резидент Таврины Тёма Куба. Всем привет, друзья! Йо-йо-йо! Друзья, вообще хотелось бы сказать одну вещь. Благодаря таким вещам, которые мы делаем с творчеством великих поэтов, мы раскрываем их с разных сторон, и сейчас мы будем делать хип-хоп песни на депит будет. Давайте мы немножко покачаем с вами сегодня, да? И вместе будем поговорим с вами. Как настроение? Я надеюсь, вы видели ВКонтакте Одноклассников Раскол Батл только что. Рэп против поэзии, и это было все равно гармонично, потому что я считаю, что рэп — это поэзия 21 века. Вы со мной согласны, друзья? Вот немножко окунемся в эту прекрасную историю. Я готов, поехали. Целуй, хоть до крови, хоть до боли, и в лапу с холодной волей, кипяток сердечной струйки. Понимай, моя подружка, на земле живут лишь вас. Ну, целую же, так хочу я, будто мне проблемы нет. Это светлое почуял, то, что бьется выше мне. Убедающая сила, умирать, так умирать. За кончины губы милые я хотел бы целовать. Чтоб все время в синих дремах, и светясь, и не таять. Я там шелести черемок раздавалась. И что свет от первой пушки, мелкой бедной не погас. Ты бой, моя подружка, на земле живут лишь раз. Ты бой, моя подружка, на земле живут лишь раз. Ты бой, моя подружка, на земле живут лишь раз. Пусть я буду любить другую, но и с нею, с любимой, с другой. Расскажу о тебе, дорогую, что когда-то я звал дорогой. Пусть я буду любить другую, но и с нею, с любимой, с другой. Расскажу про тебя, дорогую, что когда-то я звал дорогой. Ну, целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли, не в лапу с холодной волей, кипяток сердечный струй. Друзья, давайте все вместе сейчас руки поднимем, все. Друзья, как ваше настроение? Давайте, все. Любовь здесь, это там не на пустую, йоу. Давайте, погнали, готовы все сейчас, будем припев раскачивать. И поехали! Пусть я буду. Давайте все! Но и с нею, с любимой. Расскажу про тебя, дорогую. Все, кто когда-то я звал. А ты еще выступил. Пусть я буду другую. Но и с нею, с любимой, с другой. Расскажу про тебя, дорогую. Что когда-то я звал, дорогой. Друзья, спасибо всем большое. Хочу вам объясниться. Мы песню написали вместе с моим другом. Я из Воронежа. Кто знает, что такое Воронеж, друзья? К сожалению, смог приехать, но вот такой вот веселье. Вам понравился? Спасибо. Всем пока, друзья, на новых встреч. Спасибо. Я думал, он сейчас написал песню вместе с моим другом Сергеем Есениным. На сцене очаровательная Забойская Полина, резидент нашего фестиваля. Гитара Илья Анофриев. Поехали! Всем здравствуйте! Thank you.
еще раз напомнить о социальной дистанции. Я вот Александр Пасы. На сцене режиссер, артист Московского театра «Маленко» под руководством Влада Маленко, Андрей Крупник. У Андрея всегда свой взгляд на прочтение таких вещей. Мне просто даже интересно, как ты сейчас прочтешь здесь творение. Давай, бомби. Станция. Посвящается петручанину. Я о своем таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звездах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет, другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому как гордость и пример был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я из Москвы надолго убежал, с милицией я ладить не в сторонке. За каждый мой пивной скандал они меня держали в Тигулевке. Благодарю за дружбу граждан всех, но очень жестко спать там на скамейке, пьяным голосом читать какой-то стих о клеточной судьбе несчастной канарейки. Я вам не Кеннер, я поэт, и не чита каким-то там тимьяном. Пускай, бываю иногда я пьяным, зато в глазах моих прозрели дивный свет. Я вижу все, и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюма, что имя Ленина звучит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам. Вертитесь, милый, для вас обещан прок. Я ваш племянник, вы же мне все дяди. Давай, Сергей, за Марса тихо сядем, понюхай премудрость скучных строк. Дни, как ручьи, бегут в туманную реку, мелькают города, как мысли на бумаге. Недавно был в Москве, а нынче вот в Баку. Стихию промысла нас посвящает чаги. Смотри, он говорит, не лучше ли церквей все эти вышки черных нет фонтанов? А воинов с нас мистических туманов, постой, поэт, чтоб ярче и живей. Нефть на воде, как одеяло перст, и вечер по небу рассыпал звездный путь. Но я готов поднясться чистым сердцем, что фонари прекрасней звезд. Богу, я полон ум об индустрийной мощи, я слышу голос человечьих сил. Долой вселенских нас, свидетелей, нам на земле устроили это проще. И сам себя по шее гладя я говорю, настал наш срок. Давай, Сергей, за Марса тихо сядем, чтобы разгадать премудрость слушаем все. Спасибо тебе, Андрей. На очереди еще одна премьера. Резиденты фестиваля Таврида. Необыкновенные сестры Мантулины. Всем добрый вечер. Также хотим приветствовать наших онлайн-зрителей. Всем привет. И спою вам эту чудесную, красивую песню. Нам поможет это наш музыкант Гуляр Мокрый. Yeah.
Никогда не думал. Пусть на окошке гнилая сырость, я не жалею.
И я не печален, мне все равно эта жизнь полюбилась, как будто в начале. Взгляд женщина тихой улыбкой, я взволнован, какие плечи, тройки прозрачной дорогой цифры, я уже в ней и скажу за речи, о счастье мое и все удачи. Счастье русское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще. Все принимая, что есть на свете, вот почему. Обалдев от рощи, свищет ветер, серебряный ветер. Давайте громкие аплодисменты. Привет. Согласитесь, очень круто вообще. Все согласны, очень просто получается. Просто получается так, что можно было объяснить так много лет назад, предложить по-разному музыку. Все согласны, ребята большие молодцы. Поедете, музыка так сочетается. Хотел вам всем рассказать, поблагодарить наших зрителей, которые участвуют. У нас сейчас была большая коллаборация от мастера составления. Кто-нибудь видел наши клипы? Есть такие люди? Я видел. Вот, спасибо, хорошо, что смотрели наши клипы. Мы хотим сказать большое спасибо от всех артистов, я лично, нашим зрителям, которые поддерживали нас. Было большое голосование, друзья. Совсем недавно был финал этих больших конкурсов. И в этом году, благодаря тому, что мы все объединяемся, разные абсолютно, поначалу, да, кажется, что несочетаемые вещи превращаются в очень творческие, интересные коллаборации. И я надеюсь, что мы еще сможем проколлаборировать в чьих других поэтов, писателей, да, и чтобы сделать больше музыки. Друзья, как ваше настроение? Вы готовы к настоящему року? Да? Как это не слышно? Точно? Знаешь, Тём, мне кажется, самое главное, что мы делаем, такую задачу выполняем вместе с Таврией и Московским театром поэтов, руководством Влада Маленко, музеем Сергея Есенина и всех тех, кто читает стихи Есенина, поет, создает новую музыку, то есть, неважно, это рок сейчас, как жестко звучит, или какая-то лирика. Самое главное, что мы соединяем эпохи, и мы продлеваем память и жизнь стихам великого поэта. Все-таки, ребята, 125 лет со дня рождения – это настоящий юбилей, потому что только кратные 25 начинаются юбилей. 10, 20, 130, 170 – это юбилей. А вот 25, 50, 75 – поэтому у нас в этом году настоящий поэт, самый русский, самый национальный поэт, самый фольклорный. Вот он на любых сферах. Вы помните, как начинается фильм «Шукшина» Калина Красова? Начинается с того, что молодой заключенный человек очень аккуратно, трепетно и пронзительно поет песню из стихи Сергея Есенина. «Я по-прежнему не буду нежды, мечтаю об одном». Помните, да? То есть даже заключенные люди, или, там, скажем, Булло хорошо относился к Сергею Есенину, Маяковский по-разному в разное время, но тоже пришел хорошим, написал стихотворение, посвященное Есенину, посвященное и так далее. Алексей Толстой говорит, что поэт распространялся на прибыль, на свои таланты и так далее. Он умел и умеет до сих пор соединять абсолютно разные направления. Ну что, вы готовы, Тём? Мы готовы. Вы готовы, самое главное, друзья? Сейчас мы настоящий рок. Поехали! Поехали, зашукайте. Вперед, ребята! Давайте встречайте, друзья, активнее. Сейчас будет лучше, поверьте. Чуть-чуть активнее. Еще не будет. Отлично. Thank you.
Ванов, друзья, это Таврида от Москвы. Давайте пошумим. Таврида, Ванов!